То есть о чем я? Я о том, что сейчас я возьму опять цилиндр. Я приспособился все делать из цилиндра. Но нравится мне так. Сейчас. Заклепочки мне нужны сейчас. Допустим, вот так. Смотрим его туда. Мать его туда. С. Уменьшаем по Z. Вот так. Так. Хорошо. Дальше переходим в Edit Mode. Так. И здесь просто выбираем вот этот. Вот это ребро. И делаем Ctrl-B. Так. Вот это ребро мы его поднимаем GPZ. Так вот. И чуть-чуть сужаем S. И еще раз поднимаем. Ну, такую заклепочку получили. Хорошо. Далее переворачиваем. R по Y на 90. И тащим G по X. Вот сюда. Так, выводим его. Смотрим отсюда. G вот сюда. Так. S по X. Сильно маленький получился. Не выпуклый. Сверху глядим. Сверху глядим и ставим G туда, куда нам нужно. Видим, что у нас R. Так вот. И еще раз чуть поближе вот сюда. Так. Дальше Shift D. Перетягиваем сюда. И тоже чуть разворачиваем. Подводим. Великолепно. Далее берем и говорим Shift T и опускаем их по оси Z вниз. Вот теперь готово. Теперь мы можем это и вот это собрать вместе. Ctrl-J. И теперь запросто, если мы скажем, что у нас объект Set Origin находится в 3D-курсоре, то мы, естественно, можем сделать Mirror по оси Y. Вот так вот. Сначала думаю, что мы немножечко ее по оси Z еще отодвинем вот так. И после того, как мы скажем, что Mirror по оси Y. Что же он так слепляет-то здорово? Я же его отодвигаю, а он слепляет ее. Видите, вот оси у нас отошел, да? Тем не менее, он пытается ее слепить почему-то. По неизвестной для меня причине. Посему, раз такое дело, ладно. Сейчас Shift D скажем, сюда уведем. R
перевернем. Нет, не так. Во-первых, объект с этажем геометрия. Вот геометрия, да? Мы его отодвигаем. Shift-D. Почему Shift-D? Потому что мы копируем ее. Shift-D. Если сверху смотреть, то Shift-D будет хорошо работать. Shift-D. Вот так мы ее сделали. Теперь нам надо ее развернуть. Ctrl-R по Zoom. На 90. Нет. На минус 90. На минус 90. Нет. Да ёлки. R по X. Смотрим сбоку и поднимаем чуть-чуть же. Наверх. Все. Нет, не все. Теперь все готово. Так, теперь нам надо разместить диамантик здесь. Что ж, давайте разместим, возьмем диамантик, меж диамант. И его повернем G на R по X на 90. Так. И уменьшим. И потащим G на X на по. Чуть побольше, наверное. Так. И теперь развернуть ее. Так. Set Origin. Курсор. Давайте мы ее сейчас подвинем чуть-чуть. R. Z. Вот сюда поставим. Сюда. Вот так. Пример. Так, теперь убираем все трансформации этого. Ставим сюда пустышку empty. Вот она. Встала. Теперь это у нас объект setOrigin по курсору идет, все правильно. А дальше мы идем в своем array и remit вот так, и вращать мы будем по empty. Давайте теперь подвинем.
RZ. Почему он от центра начинает, я понять не могу. И не надо от центра. Не надо от первой. Вот почему он так делается, непонятно, ребят. Не могу вам объяснить. Это меня усложняет мне жизнь. Потому что вот R по Z, то они начинают раздвигаться, я не могу их подвинуть. Так, кто-нибудь знает эту штуку, почему это происходит, пусть мне скажет. Почему он начинает у меня крутить? Ну ладно, вот, допустим, 9 штук я сделаю, хотя 8 было лучше. Скажу play, тогда я, конечно, могу повернуть всю эту нашу катавасию вот сюда. Это мне чисто повезло. Ага. Гарпозету. Вот так. Это мне чисто. Где наш пах? Вот так. Фу, испугался, думал, все. Ctrl R по Z. Нам, конечно, повезло в этом плане. Ну-ка. Хотя, наверное, можно было еще одну. То есть не 8, а 9. Поэтому нам придется отступить. Сказать 9. А, у нас и было 9, а что нам надо 10? Вот это меня утомляет, конечно. Не, у нас все правильно, у нас было 9 штук, зачем я 10 сделал? Объяснить, нет, нет. 9, apply, R, Z, поворачиваем. Отлично. Но это мне мешает, ребята. Потому что мне сейчас надо ставить столбики. Если они себя поведут точно так же, они поведут себя точно так же, то мне будет проблематично с ними. Ну, я вам скажу так, ребята. Если вы столкнулись с такой проблемой и не знаете, что делать, поступите, как я. Поставили. Берем теперь цилиндрик. Уменьшаем его до безобразия. Так. Так. Зыто чуть растягиваем. Идем сюда. Еще раз уменьшу чуть. Так, и по Z увеличу. Вот так. Далее переходим в объект Tab. Говорим, что reset. Alice reset. Так, и здесь Ctrl-B делаем закругленность, вот такое, все. Далее поворачиваем. Будет rotation по X на 90 градусов. Поведем его теперь сверху, смотрим и ведем. Где? Вс.
сюда пока. Нет, ну, сюда я поставил. Так. И для сущей развернем еще. S. 7 и R. Оси X. Ну, Z. Вот так. Вот так параллельно развернем, посмотрим. Так, хорошо, отлично. Смотрим сбоку. Вот с этого. Нет. Вот с этого. И тянем это дело. А, у нас не той стороной стоит вот вилка. Мы ее развернем. Ой, сумма 90 на 180. Так. Чтобы круглым концом у нас сюда выглядывало. И с G по Z поднимем. Есть. И чтобы не мучиться, мы с вами сделаем сейчас следующее. Смотрите. Мы говорим, вот это у нас rotation, да? Если мы сейчас скажем Shift D и пойдем rotation делать. Не rotation. Подождите, ребята. Секундочку. Этот надо ему сделать на объект set origin. Будет 3D курсор. Вот так. Вот, видите, вот тогда мы можем спокойно ее двигать. Но эти две надо опустить. G по Z. Вот так. А этот с помощью вот этого можем поставить вот сюда. Да. Потом можем вот эти две выбрать, сказать Shift D и подвинуть их тоже. Почему-то одна выбралась. Shift D, Shift D и двигаем. Сделаем по иксу, чтобы у нас не происходили таких вещей. Ну, давайте попробуем. X rotation 90 градусов. Подождите, по иксу я сказал. Да. X, нет, неправильно, rotation X 90, минус 90, вот так, теперь ставим G, Y, посмотрим, где оно появилось, тут. Так, переводим объект в 3D курсор, так будет правильнее. И разворачиваем R по Z. Так, где-то так. И теперь тянем наверх, включи по Z. Вот так. И немножко еще, много это,
Репозитор чуть не запустим вот так. И так, R, позитор. Чуть-чуть сюда подменим. Вот так. Так, ну а теперь сколько у нас этих? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять должно быть. Так, это мы сделали, убрали все ресеты ему. У нас он находится здесь, пивот. Паста empty у нас есть. Вот она. Попробуем по empty провести. Так, ну она сильно вылазит, честно говоря. Даже... Вот так. Да, вот так сделаем. Так, ну нам нужно идти в этот array. По empty. Так, он не будет этого делать, знаете ж почему, да? Потому что у него здесь стоит целая куча всякой ерунды, мы которую убираем вот по нолям. Теперь 2, 3, 4, 5 и двигаем с помощью R, Z. Не понял. Объект offset 5. Давайте пока удалим. Так. Это связано здесь. Это все время мне мешает тоже. Так, где она empty это? Что, приходится... Это баг. Короче, нельзя использовать, получается. Иногда можно, иногда нельзя. Так, выделяем эту штуку. Смотрим, у нее никаких нету. Говорим... Array, говорим, что он constant offset, constant объект offset, говорим куда, по какому направлению, по empty. Так, и если мы включим R по Z, то оно должно начать работать. Так вот. Дальше 3. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять. И теперь, если мы скажем apply R и по Z, то мы все поставим на место правильно. Фига с дрыга. Как вы видите. Ну, трудно, потому что так рассчитывать. Я же не вижу, что я делаю. Если он только справа идет, ну давайте его установим вправо. R Z. Вот сюда вправо. Вот сюда, допустим, поставим. Вот так. Так. Угу. И вот теперь constants offset empty. Поворачиваем R, RZ, вот так повернули. Да. Ну вот почему он в ту сторону теперь пошел? Это как назло, блин. То выяснится, что это все не точно, да? Поэтому, ребята, пока я разберусь с этим делом, почему такое стало происходить, раньше такого не было. Он от этой шел спокойно в эту сторону, допустим, да, от этой
Теперь нет. Shift-D. И меняем. Вот так. Shift-D. Еще раз. Shift-D. И меняем градусы вот здесь. Смотрим. Ну, примерно. То ли перезагрузить мне надо программу. Прям я не знаю, ребят. Ну, я не знаю. Shift-D. Двигаем. Shift-D. А, нет. Получилось Shift-D. Shift-D. Дальше двигаем сюда. Да. Ну. Немножко не так. Эч. Конечно, это усложняет работу. Тем не менее, позволяет ее закончить. А не кричать: ой-ой-ой, ой-ой-ой. В чем дело? Ну, у вас может быть все нормально в этом случае. Shift-D. Двигаем. И Shift-D. Вот сюда. Все. После этого все эти выделяем. И говорим объект join. А почему здесь у меня по два стало? Здесь. Случайно двинула немножечко. Объект join. Так, play. Теперь вот join. Все. И говорим Shift-D и опускаем ее вниз. G по Z. Вот так. Теперь все нормально. Опять же выбираем это и это. Говорим Shift G. Так. И сбрасываем все его настройки. И говорим, что объект этот будет по 3D курсору. Тогда он очень спокойненько промиролится. По Y. Вот так. И практически кольцо у нас с вами готово. Если мы возьмем еще камушки и тоже скажем им Reset Ali Transforms объект Set Origin курсор. И теперь тоже mirror сказать. А что нам мешает сказать по Y mirror? Кольцо закончено. Последнее, что нам осталось, это повесить сюда замочек. Ну, замочек мы отдельно сделаем, потому что время уже, о, 30 минут опять, стоп.